Арена, большой футбол нас ждет сегодня здесь. Я на тему 4-3-3 сложной девяткой никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля, это самая девятка, может доставить много хлопот сопернику. На поле 5 защитников, но, согласись, нельзя сказать, что команда будет играть от обороны. Да, нападение-то впечатляет. Арена, большой футбол нас ждет сегодня здесь. Я на тему 4-3-3 сложной девяткой никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля, это самая девятка, может доставить много хлопот сопернику. На поле 5 защитников, но, согласись, нельзя сказать, что команда будет играть от обороны. Да, нападение-то впечатляет. Арена, большой футбол нас ждет сегодня здесь. Я на тему 4-3-3 сложной девяткой никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля, это самая девятка, может доставить много хлопот сопернику. На поле 5 защитников, но, согласись, нельзя сказать, что команда будет играть от обороны. Да, нападение-то впечатляет. Арена, большой футбол нас ждет сегодня здесь. Я на тему 4-3-3 сложной девяткой никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля, это самая девятка, может доставить много хлопот сопернику. На поле 5 защитников, но, согласись, нельзя сказать, что команда будет играть от обороны. Да, нападение-то впечатляет. Арена, большой футбол нас ждет сегодня здесь. Я на тему 4-3-3 сложной девяткой никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля, это самая девятка, может доставить много хлопот сопернику. На поле 5 защитников, но, согласись, нельзя сказать, что команда будет играть от обороны. Да, нападение-то впечатляет. Уходит мяч к сопернику. Играет он на партнера. Атака остановлена. И есть варианты тут. По мячу попал, а вот по воротам. Уходит мяч к сопернику. Играет он на партнера. Атака остановлена. И есть варианты тут. По мячу попал, а вот по воротам. Уходит мяч к сопернику.
Играет он на партнера. Атака остановлена. И есть варианты тут. По мячу попал, а вот по воротам... На тему 4-3-3 сложной девяткой никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля. Эта самая девятка может доставить много хлопот сопернику. На поле 5 защитников, но, согласись, нельзя сказать, что команда будет играть от обороны. Да, нападение-то впечатляет. Лена, большой футбол нас ждет сегодня здесь. Я на тему 4-3-3 сложной девяткой никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля, эта самая девятка может доставить много хлопот сопернику.